Капитальный ремонт, начисление оплаты за общедомовые нужды, уборка территории. Сегодня острые вопросы для жителей Подмосковья. В муниципальном предприятии «Жилищник» в Химках провели день открытых дверей. Валентина Чиркина живет на улице Ленинградской, жалуется на плохую чистку дорог. Но главная проблема – протечка крыши. Сделан был недавно капитальный ремонт крыши. Через некоторое время снег пошел, снег очень много, его не чистили. А когда почистили, наколотили дырок. Теперь все течет. Валентина с этой проблемой приходит не первый раз. Уже вызывала инженеров. Протечку не зафиксировали, но лишь потому, что не было осадков. Сегодня пришла с неопровержимыми доказательствами. Уверена, в этот раз помогут. И вот весь угол. Здесь можно даже не показывать. Вот он. Вот подъезд и вот труба для того, чтобы вывести это. И вот там порога нет. И вот она все расстыкована, она вся-вся-вся вот так течет. Представители компании выслушали проблемы жителей и объяснили все тонкости жилищно-коммунальной сферы. Мероприятие позволяет продемонстрировать открытость и прозрачность деятельность управляющих компаний, наладить диалог с жителями. Дни открытых дверей в управляющих компаниях провели по всему Подмосковью. Акция уже 5 лет действует на территории региона по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В декабре прошлого года свои двери открыли более 800 коммунальных компаний. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.